Всех приветствую, дорогие друзья, вы на канале Шепарди, и мы сегодня будем играть... Что мы сегодня будем играть? Конечно же, продолжать играть GTA 4. Hello. Что? Алло? Так, не будем отвлекаться на какую-то девушку, а сразу перейдем к миссии. Это у нас что будет за миссия? Брюси! Отлично. Я, наверное, сейчас не буду пропускать этот весь процесс, когда я буду искать тачку. Вот, в принципе, мы нашли тачку. Да. Так, главное, чтобы копы не запалились. Ага. Вот мы, как видите, запалились. Будем сейчас убегать от них. Так что наслаждайтесь погоней от полицейских. Да, и затем не забывайте оставить какой-то комментарий под видео или оставить лайк. Думаю, погоня надолго не затянется, потому что нужно сегодня нам проходить миссию. Так, ну, как вы видите, мы от копов отстали. Кстати, у машины очень прикольный цвет. Он мне очень нравится. Копы! Не надо нам. Уходите. Все. Точно как бы скрылись. Теперь нам нужно как бы будет это все бежать. Хотя, смотрите, у нас есть тут отличный спрыг, чтобы туда добраться. О! Надеюсь, он выживет. Ауч! Вот это, знаете, что было больно, очень даже. Чем-то пахнет, пол машины нету, но главное, что мы через лобовое стекло не вылетели, как бы. Да. Вот так и стой на машине. Так, значит, нужно нам пешечком пробежаться, или нет? Или да? Нет. Тут, в принципе, недалеко можно и пробежаться пешком. К тому же, это же полезно. Так. Вот и маркер на миссию. Надеюсь, музыки не будет. А то капец будет. Какая красивая машина. А чего она так... А. Я думаю, что такой странный угол у нее. Алло. Я занят. Я сказал привет. О, твою мать. Твой босс на месте? Зачем ты это сделал? Твой босс на месте? Да, на месте, Брюси. Тут к тебе какой-то гребенный европейка заявился. Я тоже рад тебя видеть. Я-то не европейская, он достойный человек. И все же он редкостный мудак. Ники, дружище, извини, нормально, отлично. Воу-воу-воу. Попался, парень, я ведь просто большой и еще быстрый. Ой, прости, может показать, что... Боже, я немножко не успеваю. Воу-воу-воу-воу. Парень, хорош, ух ты. Ну ты, блин, даешь. Срезанные приемчики в Красной Армии. Ты должен показать ее еще раз. Нету, спасибо. Крепкая, как камень. Да я просто монстр. Да-да. Ну а хрен, что ты делаешь? Норман сказал, что тебе может понадобиться помощь. Красным нужны деньги. Черт, ну и дерьмо. Да, конечно, люблю я этого парня. Я, конечно же, люблю, но если я был бы им, то в передачу... Ребята, я не успеваю. Вот. Ладно. В общем, Ники, слушай, я знаю, что вам, парни, нужны деньги. Так вот, а работа не самая приятная, я-то тебе... Боже мой, не успевай, парни. Ребята... Угу. You didn't even blink! Love that! I fucking love that! You gotta steal a police car. Get on the computer, give me a call. They're easy to hack. Not really. Alright, Brucey. I'll give you a call. Ice cold, man! Ice cold! Классно текстурки машину сделал. Ой, боже мой, извиняюсь я немножко. Как всегда, я упор. Найдите полицейскую машину, а не проще просто делать. Извиняюсь за такой прикол, но... Чем-то пахнет. Угу. Чем-то пахнет. Короче, вы все моргнули, ничего не видели. Окей? Или все-таки нужно точно полицейскую машину. Сейчас мы увидим. История, что... Угу, все-таки... А, все, нашли. I'm here. I have a computer. You're a badass, man. Молодец. This cat's named Lyle Revis.
type it into the computer, and you should get known whereabouts and shit. I take them out myself, but when people see me coming, they fucking run, man. Know what I'm saying? Cats don't want to mess with someone packing 24-inch guns like mine, baby. Yeah! I'll track down this Revis. Cool, man. I'm feeling chills down the phone. Call me when it's done, bro. Воспользуйтесь этим полицейским компьютером, окей. Значит, мы должны стать... Так, давайте, наверное, припаркуемся, чтобы никому не мешать. А то всякое может быть. Так. Ну. Чё за нелады? Так, нужно, наверное, перезайти и зайти в машину. Обычно на букву «Э». Ну. Так, ребятки, это странно. О, ребят, я походу разобрался. Так, поиск по фотографии. Так, ничего не нашли. Поиск по имени. Так, а вообще нам кого нужно найти? Ой, то есть найти, извиняюсь. Лайла Реваса. Ага. Так, сейчас будем искать. Нужно было, знаете, что сфотать это на телефон, потому что так будет попроще. Так. Так. Тихо. Так, не нужно нам это. Блин, как на него удобно. Лайла. А ну-ка, может нам, чтобы полностью это имя не вводить, тихо. Быстрым поиском используемся. Ну-ка. Думает. Эй. А ну-ка еще раз посмотрим. Знаю. Луле Ривас, точнее. Понятно. Так. Еще раз. Так, извиняюсь, что так долго думаю. А ну-ка. Ну вот. Блин, управление вообще неудобное. Или нам нужно будет полностью все-таки, то есть, вводить имя. Calculating route. Идеально. In 400 yards. Turn. Фу. Right. Так что же, можно отправляться дальше? Так, подождите, ну по карте. Так, ну, в принципе, можно так и ехать. Куда нам показывает этот карта? Так, немножко этих сигналочек включим, чтобы с пафосом на место доехать. Это как мы будто копами стали. Продажные копы. Так, кстати, у меня есть моды. О, как и видите. Кстати, кто-то просил, то есть вчера в комментариях писал, что это опять пройти. Я сначала хочу GTA San Andreas допройти, GTA 4 допройти, тогда уже можно думать про GTA 5. Потому что я не хочу как бы историю нарушать. Вообще-то идеально нужно было начинать это. Я давайте лучше выключу, а то уже кого-то нервирует это. Начинать это нужно было прохождение с GTA 3. Но олдфаги только поймут, а обычные люди нет. Так. Ага, он где-то в здании, значит. Так что нам что, сразу с пушками заходить или нет? Сейчас мы посмотрим. У меня впечатление, как будто мы это уже проходили. Так. О! Вход. Лайл Ривас, I got a message from Brucey for you. Brucey? I thought he was fucking joking. Shit! О! Давайте. Перегонки на перегонки. Так. Ой, догоните. Ёлки-палки, куда же бежать? Тихо. Нам главное не провалить эту миссию. Тихо. Беги. Такое чувство, как будто он нашу машину украл. Так,
Дебило! Сейчас провалим эту миссию полностью. Я бы ее убил, но сейчас полиция соберется. Тихо. Едем. Все нормально у нас. Так он нас ждет, можно сказать. Сейчас мы разберемся с ним. Главное лишнее это. Внимание при... Так. Первое сделали. А нам ее что нужно убить? Просто что-то не понял. Сейчас мы разберемся. Там же хедшот был. Давайте по колесам стреляем. Там что у него? Тихо. Так, он так мертвый уже. Ага. Как бы прошли миссию. Отличненько. Так, звоним Брюси. Так, ребята, это все я прочитаю, наверное, когда я буду рендерить уже. Так. Нужно было еще чуть-чуть дальше пролететь. Идеально было. А давайте сделаем еще пару лишних моментов в видео. Это набег на... Как это называется? О. Боже мой. Тупняк. Хорошо, что кофе выпила. А то бы вообще бы тупняк был бы. Так, где наша RPG? RPG. Тихо там. А то пристрелю. Так, есть и месочка. Блин, ну не получилось, чтобы она в космос полетела. Давай персонал лети. Так, переходим мы на автоматическое. О! Чтобы вообще топчик было. О, во-во-во. Тихо, тихо, тихо. Лежать, кому сказал? Лежать. Лежать. О, Рэгдолл. Обожаю здесь в игре Рэгдолл. Да, мод еще не доработан, но... С ним прикольно играть. Тихо, дверька. Чувака чуть не прижало. Всем быть тихо. Всем оставаться на своих этих местах. Это ограбление. Так, наркотики. Где у вас наркотики? Хватит мне за это сообщение слать. Наркотики. Пусто. А у вас тут пусто. О, VIP-кабинет. Так. Держи маслину. Так, смотрите, она нам дала деньги. Дала деньги, как бы. Чё-то я вижу, тут сейчас будет за нами эти полицейские. Сайонара. Башка? А башки нету. Башки мы не видели. Вот. Я вот не знаю, не проверял здесь, как в GTA San Andreas там из с дробовика это стрелять в голову. То есть, ну, то есть вы поняли, что с головой делается, с башкой. Ну, да. Так, копы уже здесь. А что у нас есть против копов? О, так как раз у нас есть этот дробовик. Сейчас мы можем на практике проверить это. Нет, ну блин. Ты же уже умер это, а до сих пор говоришь. Да. Тихо. Так, сейчас эти. Спецназ придет. Так. Тихо. Это что, полицейский так кричит или что? Ну-ка. Да, он как бы живой, даже моргает. Чё ты там лежишь? Тихо. Перезаряжайся. Ой, мудак, давай. Выходим на свет.
Все, мы умерли. Ну что ж, на этом, дорогие друзья, будем и заканчивать. Всем спасибо, кто досмотрел до сюда. Даже можете написать, что вы до сюда досмотрели. Ой, а я буду отдыхать, наверное, потому что я устал. Так, ну что ж, будем прощаться с Нико на сегодня. Ждите следующую серию. Да, не забывайте подписаться, нажать на колокольчик, чтобы не пропускать самые интересные серии. Да, скоро я уже прекращаю быть упоротым, буду нормально снимать серии. Просто очень много дел у меня. Очень много дел. Так что на серии даже не хватает времени, чтобы снять. То вот, я выделил специально для вас. Нужно же для Ютуба пилить какое-то хотя бы видео. Так, ну сейчас, ну что же это, попрощаемся на этом. Поки-поки всем. Увидим, как Нико нагинает полицейский. Походу, сегодня не видим. Все. Добра и позитива вам всем. И на тле этом черно-белом экране я, или точнее скажу, разрешите откланяться.